Всем доброго времени суток. Особый привет друзьям, подписчикам канала. Сегодня я приехал на такой интересный водоем. Вы у меня за спиной видите. Где хочу поучаствовать в следующих онлайн-соревнованиях. Что из этого получится, можно будет посмотреть потом по отчетам. Но сейчас хотелось бы, уж не отходя от кассы, так как я сегодня получил очередную посылку с Айколэнда. Сейчас ее будем вместе с вами обозревать. Ну, немножко сначала предыстория. Заказал я катушку. Катушку заказал к спиннингу. Ну, Nixon Shore, который там появился у меня совершенно нежданно-негаданно. Я ссылочку вот здесь вот, кнопочку кругленькую нажмете, я там оставлю. Если кто не знает. Далее. Заказал. Выписал. Ну и потом пока по магазину все, оформил заказ, оплатил. И потом пока по магазину там шарился, у меня что-то раз, ух ты, блин, надо же мне теперь рублерочки, раз. Ну и, короче, выписал еще рублеров. А там опять у них на сайте хитрая арифметика идет. Кто про хитрую арифметику Айколэнда не знает, смотрите еще одну ссылку. Ну и вот, ну здесь маленько по-другому, здесь 1 плюс 1 равно 3. Ну тоже ничего. Ну, дай-ка, думаю, тоже, а что? Ну, заказал. Сижу, реп чешу, думаю, елки-палки, только-только вроде один заказ сделал, тут второй. А думаю, ладно, что с ним. Ума не хватило, да, можно было все это в кучу объединить. И тут приходит мне на электронку письмо, где менеджер магазина мне, скажем так, прозрачно намекают. Че мозги канифолить, давайте мы вам сейчас весь этот бэц, все ваши товары в один заказ сгрузим, и вам не надо будет второй раз платить за пересылку. Вообще красота. Ладно, спасибо, пишу, все ништяк, все хорошо, рад. На приз там бесплатно была съедобная резина, ну то есть перечень там, и выбираешь, какой тебе надо. Ну, выбрал, все красота, думаю, 200 рублей за пересылку, красота. 220 рублей за пачку резины. Красота. 440. Навар. Я ж халяву-то люблю. Ну я ж русский, черт. Мы все такие. Ну ладно. Получаю сегодня посылку. Ну и как порядочный, запрыгиваю сразу в машину. И начинаю я там зубами рвать этот скотч. Ну, в рюкзаке там лежит, в багажнике там куча ножей всяких разных, и топор там, и все, что хотите, да. Но это ж надо вылазить с машины, там, лезть куда-то, а тут же вот это не терпится, надо же это, ух. Ну, ладно. Кстати, хочу сразу выразить глубокую признательность сотрудникам Почты России за их любовь к скотчу. Ну, и открываю посылку. То есть, она вот такого вида. Вот такая вот. Видно, нет? Я говорю, я еще к камере не пристрелялся пока. Ну ладно, открываю. Бац! Что я тут вижу? Тут я вижу вот чего. Тут меня начинают терзать смутные сомнения. А посуда-то вообще моя, нет? Начинаю осматривать, что он там получил. Все тут положено, как мне. Ну, думаю, ладно. Думаю, что за зверь-то? Достаю. Ну, сейчас мы посмотрим, чего я там достал. А это оказывается. Идея Фишер. Есть такая компания, да? Видно. Там был мой Айколэнда. Григорий Кузьменов недавно делал обзор на их продукцию. Я еще ходил, смотрел, ну, что тут не грузит, как это. И тут бас, вот оно. То есть... Сказать, что я был удивлен, да это ничего не сказать. Я вообще, можно сказать, ошарашен. Еще одна халява. Ладно, что она из себя представляет? Это вот такая вот сумочка, я не буду сейчас с линейками, с микрометрами там замерять, то все. Рад, если честно. Спасибо Айколэнду. Это представляет из себя вот такую сумочку. Что это, Оксфорд, что ли? Как на рюкзаках, знаете, внизу. Что-то вроде такого. Может, я ошибаюсь. Здесь у нас есть замочек. То есть открываем. И что мы там видим? А мы там видим zip-пакетики.
И пакетиков там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Да, зип-пакетики достаточно такие, скажем. Ну, не совсем маленькие, не совсем большие. Ну, нормально. Это позиционируется как, скажем так, органайзер для приманок. То есть мы раз, сюда можем насовать всякие силиконки, какие у нас. Я не знаю, как у кого. Я вот на рыбалку-то когда собираюсь, да, у меня там все по полочкам, по коробочкам, все разложено, все красота, там все по ранжирчику. С рыбалки приезжаешь, ё-моё, где чё? Там одна пачка силикона где-то в сидушке сзади, в машине, третья там в рюкзаке, четвертая там в одном кармане, там третья в штанах, а потом начинаешь на следующую рыбалку собираться, вот такая резина у меня была, где хрен, и начинаешь опять там все это, а сейчас у меня будет все чин-чинарем. И это все по пакетикам разложу, да, ну тут не только там можно, я не знаю, там леску может какую-то, там поводки, там вот поводковые оснастки, да, там, чтобы дома навязал, бас-бас сюда, и красота. Она, в принципе, несмотря на такой размерчик, так, ну, думаю, можно напхать-то сюда хорошо. Ну и что еще тут? Значит, у него есть вот такая штука. Ну, не знаю, что. Можно веревочку продеть, на шею повесить. Можно в карабину пристегнуть. Не знаю. И вот такая, и здесь вот такие уж легкие, достаточно широкие на ремень. Да, можно, я не знаю, там, используя систему Малле, пристегнуть его к рюкзаку, если у вас рюкзак там тактический. Да, можно на ремень просто одеть. Найдете, что сделать. Было бы что повесить, а куда повесить, мы найдем. Ну и вот такой вот интересный сюрприз. Я, если честно, рад. Ну, ладно. Там я ссылку внизу там под видео оставлю. На вот это вот. Что, где, как там. Ну, на сайт зайдете, производителя посмотрите. Там, производителя, магазина, там, посмотрю где. То есть... Что это, где это, как это? Вот такой вот проспектик, с ней тут все расписано, что куда, зачем. Ну точно, вот тут на поясе. Вот здесь видно, на поясе мужика висит. Ну посмотрим, я говорю, было бы чего куда сунуть, чего куда прицепить. А, тут и размеры есть. Так. О, блин, обзорщик. Вот так, 230. Так, 50. И так 185. То есть можете уже прикидывать, какую резину, там, чего, куда, если. Ну, если заходить, конечно, мне это на халяву. Я сейчас насую сюда. О, блин. Ладно, что-то я разошелся. Ну ладно, сейчас обозрим остальное содержимое посылки. Ну, сразу хочу сказать, что я сейчас просто это все быстро покажу, что где, куда. Потом там по катушке, по воблерам отдельно сделаю, так скажем, ну, обзорчик, что ли. Уже более-менее конкретно. Где, как и что. Так, катушка. Вот такая вот катушечка, не знаю, видно, да? Должно быть. Стингер Форсаж Нео. Смотрится, что ли? Ну ладно. 2000-я. Шпуля одна. Ну и сейчас по Нео, потому что она такая красивая и светится. Что мы имеем? Так, здесь мы имеем вот. Здесь мы имеем вот такую ручку, что самое интересное, ручка такая, ну, не скажу, что уж совсем там машняцкая, ну такой кнобик такой ухватистый. Ну ладно, это потом, когда катушку буду обозревать, там все вам расскажу. Сейчас просто посмотрим, что где и как. Так, сама катушка вот такого вот, видите, Нео, наверное, Мушан светится в темноте. Ну так прикольная вроде. Сейчас навернем, поглядим. Остальные карбоновые шайбы, там все дела. Я говорю, когда буду уже обзор катушки конкретно делать, я вам там все где-то расскажу. Вот такая интересная штука. Что мы здесь имеем? Здесь вот это вот,
сюрприз, который по арифметике шел. Очередная халява. Первое. Вот они, эти дублерочки. Сейчас немножко о них поговорим. Значит, первое, что мы здесь имеем, это у нас идол. То есть это вот такой вот уокер. Потянул у меня что-то на экзотику. Следующий у нас это такой воблер, называется цену. Ну я цену, ладно, хрен с ним. Пусть деру, чтобы уж там. Это воблер называется Блиц. То есть взял вот такой вот светки под нашу плечу. Такой обзорчик. Итого, по ссылочке от Idol Edit мы имеем халява раз, халява два и 200 рублей минус пересылки. На этом посылочка вроде закончилась. А, мы здесь еще имеем вот такую газету. Некоторые подумают, что ну упаковали тогда, чтобы что-то не болталось в посылке и тому подобное. Ну, я их просчитал. Скорее всего, это такой хитрый маркетинговый ход. Потому как, вы представляете, да, мое ощущение, я открываю посылку, там, призы, то все. Они же сразу, менеджеры Айколанд, они сразу поняли, что я буду рад, ну, скажем так, до усрачки. Ну и